Сегодня у Гомеля на пешеходном переходе сбили женщину. Потерпелая доставлена у больницу. ДТЗ отбылося на скрыжаванні улиц Советской и Жарковского. Прикладно у 11:30 автомобиль Kia Clarus наехал на 41-годовую женщину, якая шла по пешеходном переходе насупрать будинка областной филармонии. Светлофор у момент здарения не працавал. За рулем иншамарки находился 27-годовый мужчина. Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого легковой автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода. Предварительно установлено, что пешеход пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В соседней полосе остановилось транспортное средство для пропуска пешехода. Обставины здарения высветляются.